Здорово! Каждый из нас хотя бы раз в жизни знакомился с кем-нибудь в сети. И несмотря на кучу фотографий, никогда нельзя быть уверенным, кто или что сидит по ту сторону интернета. Может быть, ты общаешься с самим Джабой Хаттом? И как этому мужику удалось сделать такое крутое лицо? Даже не говорите, что у вас не появилось желания повторить за этим дядькой. Не могу удержаться, должен повторять за мужиком! И вообще, складки на его подбородке образуют собой улыбающуюся морду. Да у него такое лицо, будто он пудовую личинку откладывает. Нихуёвые у них там в Америке туалетные комнаты. С музыкой и шторами. Да у меня самая большая комната в квартире, и то меньше. Зато гигантских червей-паразитов тут нет. Ну и туалет, конечно, самое лучшее место для высиживания своих коварных планов, не так ли? И не надо мне говорить, что это повар вырос. Это не повар, а злой большой червяк, у которого, кстати, третий глаз вылупится, если он так дальше напрягаться будет. А представьте, если бы он в руках не камеру, а ребенка маленького держал. Папа, покажи уточку! Да и вообще, именно этот мужик был дублером Арнольда Шварценеггера в фильме «Вспомнить все». Не, в этом видео никак без сексистских шуточек не обойдется. Женщина, не умеющая готовить, это полбеды. Но женщина, не умеющая готовить и танцевать, это уже катастрофа. Сука, хули на ноги наступаешь? Может, мужик просто хотел ей дополнительного ускорения придать? Только вот нахуя он ее с двух сторон бьет? Вы, наверное, думаете, что дядька такой изверг? Пиздит своих детей и жену каждый вечер. А ведь ей просто-напросто дурно стало. И мужик, как настоящий джентльмен, решил помочь ей, нежно похлопав ее по щекам. И еще одно. Как? Ну как? Каким образом вот этот лысый мужик урвал себе такую горячую барышню? Хотя чему я удивляюсь? Ведь это и есть тот самый чувак из предыдущего видео. И перед такой очаровательной улыбкой ни одна женщина не устоит. Короче, пока Макс отливает, я за него буду. Следующее видео не про какую-нибудь хуету, типа котят или щеночка, а про то, как грамотно тачку дернуть. Самое главное, заходить со стороны пассажира. Вооружиться линейкой и не палиться. Блять, праворульная сука. Нормальные пацаны на таких не гоняют. Поэтому они по съебам и дали. Не, ну я, конечно, понял, что все это постанова. Но вот это ебало мне теперь до конца жизни снится будет. Он там как влитой сидит с каменным лицом и не шевелится. По-любому все это неспроста. По-любому это одна из тех тачек для отлова угонщиков с полицейским псом внутри. Который за яйца хватает и не дает сдвинуться с места. Ну вы посмотрите на это лицо. Его по-любому схватили. А вообще, камеру, блять, сюда давай нахуй, блять. О, блять. Заебись, сейчас пойду нахуй, загоню ее, бля. Блять, кирпич, ты чё охуел, нам еще снимать надо, блядь. А чё, твоя что ли? Да мы за нее даже кредит еще не отдали, блядь, отдай камеру, ёпта. Бля, ну на, забирай, всё, хули, я позвонить отдай. Просто хотел, блядь, нахуй. Но вообще кирпич не прав был, это просто GTA по-русски. И если бы дело происходило в Америке, все могло бы закончиться совсем по-другому. Короче, следующее видео о том, как быстро стать миллиардером. Существует два способа. Первый. Можно заняться стеклотарным бизнесом. Второй. Создать свою социальную сеть. Как, в принципе, решил поступить мужик из следующего видео. Так, мощный монитор у него уже есть, а серваки вон по соседству стоят. Не успел мужик запустить свой бизнес, как потерпел первые убытки. В виде 5 рублей, провалившихся сквозь решетку в монитор. Расходы ведь надо отбивать, поэтому ему ничего не остается, как... Ебашит его, дубины! Вот это фиг. Да он просто неправильный пароль ввел. Нужно было 4 удара палкой и 3 удара камнем. Даже собаке, проходившей мимо, стало интересно, какой хуетой занимается этот мужик. Ну и не выдержав, под конец мужик потащил монитор в сервисный центр. Здравствуйте, вот монитор что-то не работает. Гарантийный талон, пожалуйста. Бля! Да и вообще, это пример провальной эволюции. Изначально все вроде бы шло как надо. Сперва мужик взял палку, потом камень. Но после того, как он забыл объединить их вместе, все пошло наперекосяк. И вместо приручения собаки, дядька решил приручить монитор. Кстати, зацените мой большой палец.
Кстати, кто-нибудь пробовал смотреть «Сексуальную психологию» со звуком? А, я так и думал. В общем, не забывайте подписываться на новые видео. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока.